власти будут даже прогонять приостановили работы метро, но вскоре эти меры безопасности были. Хорошо, еще неизвестно, было ли метро истинной целью атаки террористов. Так, ведь по автомобильной мои. Дороге, которая проходит параллельно вот железнодорожным пробочки путями, наши. Как раз вот во время надо взрыва было. Проезжал встать автобус в 7 утра, с сотрудниками полиции. Чтобы, не дай бог, неподалеку опоздать. Едем на эфир. Авторадио. Чего как едем? Привет, доброе утро, доброе. Ну, такой, на доброе утро. Молодой человек в красной обуви, который ехал на заложенную взрывчатку. Едем к Бурзилку. Они теперь находятся в Останкино. Ну, как сказал Иосиф, если ранний эфир в Останкино, надо там где-то рядышком снимать гостиницу и оставаться на ночь. Потому что добраться сюда с другого конца города практически нереально. В Анкаре около 2 месяцев назад. Вот что сейчас выбираем. Сообщение, что ответственность взяла на себя революционная народно-освободительная вот партия. Организация крайне левая. Ну вы что делаете? В прошлом она совершала нападения на военных и чиновников. Потом они долго не было слышно. Но минувшие смешная шутка. Иосиф Кобзон? Движение в Стамбульском суде. Конечно. Взял в заложники, а потом застрелил прокурора. На процессе по делу о гибели подростка во время... Вертолет, да. Кто-то суши кушает с утра пораньше. А может, у кого-то уже просто не утро. Дала себе знать. Павел Красновцев. Первый канал. Да. Кто-то спать только идет. Усилия Турции в борьбе с запрещенной во многих странах, в том числе как в России, ухожу за кожей. Исламское государство, ну, не достаточно, об этом просто... говорит глава американского оборонного ведомства. Ну, естественно, средства ухода Крыма хорошие. Это они на них и держимся. На границе Сирии, а цели, маски там всякие. Для ударов в рамках якобы ну, вот сегодня антитеррористической операции очень хочется доехать к косметологу. Необходимо, чтобы Турция делала больше для борьбы с ИГИЛ. Это так принципиально будет. Спрашивают люди, интересно. Отвечают. Из Чечни, привет. В Владивостоке 4 часа, да, можно и суши поесть, конечно. В Кемерово, спасибо. Что категорически не едите, я ем все, абсолютно. Сам пожар за тем временем заявил, что сбитый... Правда, ем абсолютно все, просто не все люблю. Я не люблю мясо. Вот меня ему крайне редко. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению. Сама в жизни не закажу кусок мяса в ресторане. Остановить конфликты. Его стране можно только предпочитаю рыбу. Красную рыбу. За рубежом. Люблю все. Основные финансовые потоки, оружие для террористов... Ем, просто стараюсь умеренно. Стараюсь не... усердствовать в порции. Это все. Так можно все, что угодно. Я думаю, что атака на российский самолет показала истинные намерения Эрдогана, который не сдержался, потому что российская операция коренным образом изменила баланс сил на полях сражений. Россия очень серьезно относится к борьбе с терроризмом. Несомненно, именно ее участие и поддержка, которую она оказывает сирийской армии, всегда работает авторадио. Замечательно. Факторами, можно радио тише сделать, можно и сделать. С телевизор. Я смотрю новости. А, извините, муж смотрит новости. Тогда я вот буду, видимо, отключаться сейчас. Никак не готовимся к Новому году пока. Пока очень много работы. Да пошел. Споти что-нибудь отключайте сейчас, вот авторадио, скоро. Я там буду петь в прямом эфире с Бурделками. Это болезнь у каждого. Спойте что-нибудь в телефон. Ага, просто какой-то бред вообще. Причем где бы ни находился. В общественном месте, например, сидишь и там говорят, спойте что-нибудь. Да? Что вообще люди должны подумать? Какие-то больные, да? Они с того ни с сего поют, ходят. Или все в ресторане поют, интеллект, например. Конечно, вообще сумасшедший просто. Или в аэропорту, например, прилюдно. Ходите, я станцую. Powerplay занимаюсь 2-3 раза в неделю. Когда в Москве, когда дома. Йога сколько раз в день? Где же у меня столько времени, чтобы несколько раз в день йогой заниматься? Когда есть время, занимаюсь чередой. Еще один умный вопрос. Да. Что тебе, правда, я вообще не понимаю. Ну, хорошо, муж не в настроении. Ему не нравится, что я сейчас сижу в перископе. Обычно он уходит в перископ, а тут я это сделала. Все, друзья мои, отключаюсь. Что фигней страдать мне вообще просто. Ладно, по делу вы что-нибудь придумали. Ну вот не отключается мне. Сейчас вот послушайте, вот что. Сигач, вот он ведет сейчас на Бульварное кольцо.
И что там написано? По Бульварному, на Цветной, потом Олимпийск.